Всем здорово, народ, вы на канале Бублик Channel, и сегодня мы с вами начинаем играть в BeamNG Drive. Хотя на моем канале уже выходили ролики по данной игре, но они были так давно, что эта игра уже потерпела столько изменений, как, короче, можно сказать, что мы начинаем. Так, я чуть сделаю потише сразу же, а то я уже слышал, как все громко было и машина перебивала. И да, в этом ролике, как вы уже поняли по названию, мы будем с вами тестировать Ладу Весту. Капец, конечно, как эта дефолтная карта преобразилась. Значит, да, у меня есть весточка. А, находится она у меня... Фига, это что за говно? А это что? А это? Ну, вы тачки какие-то добавили. Этого не было. Это что? Мадмастер! Ебать! Фига, прикольная херня! Просто квадратик. А, это квадроцикл? Да, это квадроцикл! Нихера квадроциклы нынче делают. А можно на него во что-нибудь врезаться? Он... У меня просто такое ощущение, что он даже деформироваться не будет. Но он медленный, капец, у него максимально 30 км в час. Блин, вот сделали бы еще в BeamNG. А ну-ка. Ну ему вообще срать. Ну, радиатор повредился. Сделали бы еще в BeamNG. А как колесо будет биться? О, фига как пружина! Сделали бы еще в BeamNG этот оффроуд, как в спинтайросе. Вообще было бы прикольно. А ну-ка, давайте в замедлении посмотрим на то, как колеса деформируются. Мы сейчас пойдем к квесте, но для начала надо с этим разобраться, потому что колеса тут очень забавно деформируются. А ну-ка, смотрите, смотрите, оно прям, опа, вот так останавливается, и потом обратно отпружинивает. Фига! А ну-ка, а ну мне направо. Так, он, значит, блокирует правые колеса, едет передними. А если ехать и резко остановиться? Понятно, неважно. Хорошо, с этим все понятно, но нам нужна Лада Вест. Ребят, значит, у нас с вами будет краш-тест Лады Весты. Сразу вот антикризисная, вот она стоковская, стоковая, давайте она будет вот такого красненького цвета, заменить текущую. Антикризисная Лада Веста. Посмотрим вообще, на что она способна, на что, какие нагрузки и перепады она выдерживает. Мы, значит, попробуем на ней развить какую-нибудь максимальную скорость и посмотреть, что с чему. Кстати, модельку я скачивал довольно-таки давно, а уже прошло куча обновлений, и вполне возможно, что эта моделька сейчас просто крашнет мне все к хуям собачьим, но я надеюсь, этого не произойдет, и у меня все-таки она загрузится. На удивление, грузится она очень долго. Она загрузилась. Она загрузилась, и она едет. Все, все самое важное у нас нет. И есть, и она довольно-таки в неплохом состоянии. Слушайте, это не антикризисная, тут даже, блин, экран есть. Это вообще кайфовая, и она... Будем считать, что это антикризисная, неважно. Короче, давайте сначала мы попробуем развить на ней максималку. Посмотрите вообще, сколько едет Лада Веста. Значит, тут так немножечко бочком. И все, и газ в пол. Так, у нас какая-то стабилизация, давайте мы ее отключим. Спорт, ебать! А ну-ка, она сейчас у нас втопит. Она сейчас у нас втопит. Разгоняется очень медленно. 140. 150 на пятой уже мы переключили. 150. 160. 165. 170. Мы потихонечку приближаемся к точке невозврата. 180. Ну и все, скоро она в осечку упрется. Но я думаю, 190 она разгонит. Шестая! Шестая передача власти. Что, блядь? А нихуя, блядь. На этой модельке нет шести передач. Она, блядь, куда переключилась? Хуй там. Ладно, давайте начнем со всяких краш-тестов. Значит, мы ее сегодня переворачивать будем. И будем наблюдать за тем, выживет человек или нет. Каким образом будем высчитывать? Естественно, мы не будем высчитывать скорость. То, что вот мы ехали там на 100 км в час. Естественно, человек в такой ситуации вряд ли выживет. А мы будем смотреть именно на деформацию кузова. И таким образом рассуждать, все ли будет в порядке с человеком. Хорошо, давайте начнем с какой-нибудь... Блядь, уже бампер пизда. Давайте начнем с какой-нибудь небольшой скорости. Повернем вот сюда, вот я вижу там уголок. Ну вот, давайте представим, что мы въехали. Нет, надо как-то не в угол. Сейчас я вот здесь перереспавню, чтобы постоянно не ехать. Так, вот тут мы встанем, вот так. Во, вот так, хорошо, все, вот так, так респаван. Значит, вот мы видим уголок. Представим, что мы врезаемся водительской стороной. Ну, на скорости 40 км в час. Вот. Вот так, все, я, по-моему, смог поймать отметку. 41-42. Чуть-чуть приближаемся. Сейчас, я думаю, ровно... Вот, 42. Ну, 40 км в час. Ну как, мы даже не водительской, мы большей частью врезаемся. Ну, по идее, в жизни 40 км в час это не должно было быть сильное ДТП. Ну да, собственно говоря, тут ничего особенного и не произошло. Просто по пизде пошла вся геометрия кузова, скорее всего. Ну, хотя...
Ну нет, это просто крыло залехало на дверь, а так-то с машиной, я думаю, все в порядке. Можно даже при желании дверь открыть. А ну-ка выйдем из машинки. Так, дверка. Дверка, открывайся. Как открыть? А, не хочет открываться. Машина на ходу? Машина на ходу. Хорошо, 40 км в час она не почувствовала. Давайте повысим ставки и разгонимся до 65. Больше я здесь бы и никак не смог. Вот здесь сейчас уже удар поинтереснее, и он уже больше водительской именно стороной. Ну, кстати, морда замялась сильнее. Однако, как мы видим, арка целая. Дверь немножечко вышла. Но водитель, я думаю, в порядке, учитывая, что он там пристегнутый, подушки, не подушки. Я думаю, здесь все будет хорошо с чуваком. Хорошо, но в антикризисной нет подушек. Это надо учитывать. Это надо учитывать, в антикризисной подушек нет, ребята. Поэтому с антикризисной такое бы не прокатило. Хорошо. Давайте проверим подвеску и будем уже более большую скорость выбирать. Подвеска вообще топ. Ну я бы, не знаю, я бы с кайфом сейчас внутри сидел просто. С таким комфортом бы проехал. Просто лучшая подвеска. Ой-ой-ой. 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 Блять. Я не видел. Ну тут вряд ли все будет хорошо. Ну вообще, ну если он головой не уебался, я думаю, он выжил. Ну реально, то есть тут если головой не врезаться, то все будет четко. Человек как бы в порядке. Хорошо, давайте выберем скорость побольше и врежемся в какую-нибудь стенку. Какую-нибудь, вот какую, давайте 100. 100 км в час. Надо так успеть развить эти 100 км в час. А, вот так, удар будет прям ровно, вряд ли получится. Ну, вот так, да, получится даже ровно сделать. Ну, более-менее ровно. Вот мы ехали 100 км в час. Водитель заснул за рулем и врезается в бетонную стену. Все ли будет с ним в порядке? Ну, блин. Давайте смотреть. Так, дверка, откройся. Спасибо. Не, ему пизда, вариантов тут нет. Тут руль просто в грудину заходит человеку. Я думаю, ну хотя. Да нет. Да нет, это жесть. Ребята, вы что, представляете, прикалывается, ну, посмотрите на машину. Ну, она в плачевном состоянии, сказать, что она в плачевном состоянии, ничего не сказать. Я думаю, как бы тут даже, блин, разбирать нечего. Хорошо, давайте скорость побольше возьмем. Вот тут, вот в ту бетонную стену. Давайте попробуем, вот сколько мы сейчас разгоним, на такой скорости въедем. Естественно, ребята, это все тесты игровые, и в жизни они будут отличаться. Это все сделано в качестве эксперимента в формате ролика, а не в формате жизни. Так, минус 32... На скорости сколько я ехал? 130, по-моему, да? Я и не посмотрел. Ну, но... тут похожая ситуация, как со 100, но руль только еще ближе. Зашел он прям еще там сантиметров 10-20, и он будет в сидении. Окей, с этим все понятно. То есть, ну, на таких, блин, штуках Веста, конечно, так себе. Может, она лучше себя проявит, если ее перевернуть? Вот мы вот так вот будем, допустим, ехать. И, блядь! Кто же знал, что здесь нет дороги? Ну, кстати... Она довольно-таки неплохо справилась, я считаю. Прям хорошо. Ну что ж, теперь пришло время попробовать ее перевернуть. Вот на скорости 100. Мы вот так подлетаем, падаем боком. И у нас не получилось ее перевернуть. Но то у нас получилось сломать ей переднюю правую подвеску. И немножечко мордой удариться. Кстати, я знаете, что заметил? Тут, короче, есть оглушитель. Вот, если его навернуть. Только надо его как-то очень аккуратно. Вот это, по-моему, он. Вот, смотрите. Она громче стала. Это приколдес. Вот это классненько, вот это крутенько. Вот это вообще прекрасно, я считаю, что она теперь стала громче. Теперь, о! Это таз, вот так у меня в Сочи все на Вестах ездят, я вам отвечаю. Какой-то фетиш у них как будто. Ну слушайте, ну может получится ее перевернуть здесь? Да, в этот раз колесо просто решило отвалиться. О, ну кстати, перевернули же. Мы же ее... Я же сделал то, что я хотел. И... Ну, кстати. Ну... Как это прекрасно звучит, ребята. Ну, вы слышите, да? Просто... Это все хорошо. Так, ну... Понятное дело, что человек там в абсолютном порядке, все-таки это антикризисная Лада Веста, там все предусмотрено, все, ну, то есть с человеком ничего плохого произойти, в принципе, не должно было. Как бы... Это... Понял. Все нормально. Так, давайте попробуем переспавниться в другом месте. Вот там я вижу какую-то очень прикольную штуку.
Вот мы на ней можем сейчас понемножечко полетать и вообще посмотреть, все ли в порядке с данным автомобилем. Ой, ну слушайте, она в дрифт неплохо заходит, мне прям нравится. Так, газуем. Меня номера спиздили. Вернули. Все, вернули, да. Вернули сначала черный, потом вернули нормальный. Вот здесь эта вот штука, и я так понимаю, тут можно типа подлететь и красивенько вот так пролететь, схватиться и ёбнуться. Прям крышей, чтобы все сдохли внутри просто. Ну тут 4 трупа. Но машина на ходу. Ну это главное. Это главное, я считаю, что машина на ходу. Ну ладно. Так, какие у нас тут еще есть варианты? Мы прям вообще сразу везде их пробуем просто. Ну, мне понравилось. Я хочу попробовать еще раз. А ну-ка, давайте попробуем с этой стороны, может, залететь. Просто скорость была маленькая. Если скорость взять побольше, будет прям неплохо. Прям неплохо, прям неплохо. Пизда. Опять крыша. Ух, это прям вообще жесть. Нет, сейчас гораздо хуже. Сейчас прям вообще в разы хуже. Там сейчас... Ну, блядь. Ну, чувак как бы по голове получил. Выжило там вряд ли, конечно. Вот здесь есть еще один прикол, я вижу, вон там какие-то попрыгушки есть. А, вот, кстати, поменьше. Ну, как сказать, поменьше. Оно поуже и похуже. Не, это бред какой-то. Это мы так будем просто убиваться. Хорошо! Это все очень интересно. Мне нужно перевернуть ее. То есть, вот, представляю такую ситуацию. Мы едем. Едем. О, кстати, по-моему, идеальное место, чтобы перевернуть машину. Даже тут, блядь, не получилось. Просто мордой, как я не знаю чем, воткнулся. Как будто на прогиб кинули, головой в маты воткнули. Хорошо. Но, в принципе, здесь, я думаю, можно это попробовать сделать. Если вот так может. Хуяк может. Что-то у меня не получается перевернуть машину. Может, это значит, что антикризисное место непереворачиваемое? Может, весь прикол был в этом? То есть... Они убрали подушку безопасности, все такое, но сделали так, что она не переворачивается. Кому нахуй нужна эта функция с непереворачиванием, если ну, вот такое вот случается? Это, по-моему, пиздец. Надо было замедлять даже. Я что-то как-то думал, что не будет прям так жестко, поэтому даже замедлять не стал, но оказалось именно так жестко. Хорошо, давайте попробуем. Вот там в самом конце уже какие-то строения есть. Попробуем до них доехать на максимальной скорости. Ну вот насколько мы сможем развить, настолько и поедем. Прям вот, вот здесь я вижу уже, я уже стал внимательным, после нескольких разов тут водичка какая-то, водичка мне неинтересна. Так, 150, 150, значит мы разгоняем, вот это будет сейчас. И причем я хочу, знаете, так, не прям целиком зайти, а немного по касательной, что... Бля, я сейчас реально пока, прям, я взял правее, все, вот сейчас уебусь. Видели, как я идеально это сделал? Ой, как же я это идеально сделал, 100 раз медленнее. 100 раз медленнее, в 200 раз, в 500 раз медленнее. Просто у меня картинка как будто лагает. Так, все, заходим правой стороной. Ну, она просто съедается. 500 раз, кстати, ужасно выглядит, давайте 100. Ну, пассажиру смерть. Ай, какая женщина. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, нет, ну. Ну, ребят, смотрите, как бы. Если судить по месту, вот водительское место, оно вроде бы немножечко даже... А, ебать. Руль чисто, знаете, как будто хасбик сел и руль под себя настроил. То есть, тут прям вообще пиздец. А здесь, ну, задний пассажир, наверное, нормально. Но вот этому заднему пассажиру точно досталось. Потому что этот, скорее всего, всеми своими кишками просто заляпал вот этого. И тот не пережил такого и тоже, наверное, умер. Ну, тут вообще пиздец. Это труха просто. Ну, там скорость, правда, была не маленькая. Тут как бы претензий никаких к Ладе нету. Лада все-таки делает четкие машины. А если попробовать просто днищем где-нибудь хорошенько так удариться, что произойдет? Наверное, ничего хорошего, но мы же попробуем. Слушайте. Ничего не произошло. Хорошо. Ну, я, в принципе, и не сильно прям подлетел. Да, блядь, я когда... Что это было, блядь? Как-то она так себя странно повела, как будто так и должно быть. По факту так не должно быть. Хорошо. Давайте, знаете, во! Смотрите, что я нашел. Вот это кайфовая тема. Вот это мне нравится. Вот это мы сейчас посмотрим, кто кого. Вот это. 118 км в час. И ее просто съела. А на ходу. Давай заднюю. Масляное голодание двигателя. Масляное. Ладно, давайте так ее вытащим. Это теперь рампа из GTA 5. Кто играл в GTA 5, знает, что это за машина. Это рампа. Ну, это новая разработка Весты.
Я вам отвечаю, мне кажется, их и так тоже могли бы продавать, их бы так покупали. Ну, в целом, машина в неплохом состоянии. Сейчас мы сделаем еще, вот я считаю, что вот сейчас напоследок, прям напоследок, вот здесь, я думаю, у нас с вами получится перевернуться. То есть мы сейчас так разгоняемся, потом вот так вот в бок, потом здесь вот так мы делаем, вот так, блядь, перевернись, да перевернись! Блядь. Ну, как сказать, ну, колесо можно поставить, переднее, левое тоже новое, там подвесочку немножко поменять, оступицы, хуюпицы, шаровые, не шаровые, короче, это все поменять. Вот здесь геометрию чуть подправить, стекла вставить, подкрасить немного, продавать как новую, почему бы и нет. Все так делают. Но он привод, тем более передний работает. Да может даже ничего не делать, она едет. Фига, она дрифт. Понятно. Резина говно. Не вытягивает просто. Раз на нормальной резине все нормально было. 5 градусов. Что-то слабенькая какая-то у вас здесь водка. Хорошо. Ну и напоследок. Прям вот напоследок. Мы сейчас разгоняемся. И пытаемся проехать без единого ДТП. Прям вот между всем. Просто вот что я вижу. Вот я вот там вижу. Вот тут можно проехать. Тут можно проехать. Сдалека я думал, что это проезд. О. Это что, Лада Веста Кросс? Похоже на нее, кстати. А я так не смогу проехать, если медленно попробую, да? Ну да, как-то, по-моему, там мало пространства. Слушайте, неплохая модификация. Я теперь понял, как сделали Ладу Весту Кросс. А здесь где-то пошире дырочка. Нет, везде они какие-то узенькие. А как проехать? Эти узенькие дырочки? Спасибо. Короче, ребят! Такой вот коротенький досик у нас получился. Ну как коротенький, сколько он вышел? Минут 15, 10, 20, 30, 5, 10. Вот, ну это, опять же, это первый ролик по BMG. Такой ознакомительный, как у нас было с Тердауном. Который он был весь такой, знаете, в переполох. Ничего не понятно там, что-то он там делает, катается. Вступительный ролик. Я пока что только вживаюсь, ребят, в формат таких видеороликов. Поэтому прошу меня очень там строго не судить в комментариях. Что если я тут что-то делаю нелогично, что-то как-то. Я учусь, да, я просто заново учусь. Учусь и заново познаю все эти азы Ютуба, потому что снимать все, а не только какой-то конкретный формат типа GTA, MTA и тому прочего, это на самом деле уже другой уровень, и я просто надеюсь на вашу поддержку. Спасибо всем, кто смотрит эти ролики. Вас немного в соотношении с подписчиками моего канала, но вы самые лучшие, вы самые топовые ребята, потому что вы смотрите не игру, которую я снимаю, а вы смотрите меня, и... Это просто, ну, это самое приятное чувство, которое можно только испытывать. Спасибо вам, ребята, вот сердечко, это вам. На этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что можно взять на краш-тест в следующем ролике. Всем до новых встреч, ребята, всем удачи, всем пока-пока.